Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Мой сад». Сегодня мы покажем мастер-класс по тому, как обрезать стаканы. Как из вот таких стаканов можно сделать вот такие стаканы. Такие стаканы нужны для рассадников, чтобы в ящик вошло не 24 штуки, а 35. Для экономии места. Смотрите, берем стаканчики. Сначала мы делаем дырочки. Дырочки можно делать паяльником, чем хотите. Вот. Ну, там можно делать их сразу вот под такое количество стаканов, можно сделать дырки. Дырки мы сделали. Теперь берем и выставляем по 2 штуки стаканы. Вот так вот. Вот. То есть уже с готовыми дырками. Можно дырки обрезать сбоку, но это все долго. И вот мы пришли уже к такому быстрому решению обрезки стаканов. Смотрите, это происходит все в 2 раза быстрее. Стаканчики у нас шероховатые, на которых можно писать. Складываем стакан. Главное выбрать хорошие ножницы и режем. Все, у нас готово. Потом выбираем место на столе вот так, и чтобы ставить друг на друга. Следующий опять. Раз. Раз. Так, стакан не лопается. Если его брать один в руки, то он лопается, то есть ломается по краям. А так, вот видите, что получается. То есть стараемся под самый край обрезать его. Ну, конечно, нарезав уже несколько тысяч стаканов, можно уже и отточить свое мастерство. А вам желаю всего самого наилучшего. И до встречи на канале «Мой сад».